Что не хватает? А что, на стихой не хватит или нет? Только разбафите паладины. Давайте, пристабав, бейте в фласки на лайн, там чё-то ещё раз. Бей в полок. Похом там крест дайте. Да на всех крест уже есть. Всё, тогда добавим, пошёл. Минуту ханта крест. Есть. Лимошка, хочешь на лане умереть? Нет. На столба антифира, пожалуйста. Сакру от протопала еще. Пришел ко мне сюда. Теперь рост. Саламада укусит справа. Отойдите левее, а то уже. Обнажите клинки, соратники. Фрайгулы насмерть будут стоять за... Пойду я из котором достал. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного. Как ты, блядь, тут быстрее оказался? Я? Тапки.
Баба-бык, подойдёшь, кинешь трет, отдам тело. Выманите их сюда, и мы вам поможем. Бой, ты танком спекнулся? Звезду. Это да, звезду. Дай звезду. Что ты, кстати, хотел сделать, чтобы я на лане умер? Лужу тебя залить. Ты вроде не ты предлагал. Достойно жил. Поднимите меня. Лимошка, тебя догоняю. Я обгоню. Не-не, я тут, я не АФКшу. Я смотрел на твой фрейм, ты ничего не делал, стоял. А я на телефон отвечал. Надо было с этого начать. Запни по пандос. Если вы куда-то отходите, говорите об этом. А я же никуда не отошел, я тут был, просто на телефон ответил. Байбек тоже что-то стоит 2 минуты, потом идет, бьет моба, потом опять стоит 2 минуты. Ну прикольно. Ты за кого? Ну за тебя, если ты байбек.
Не-не, даже не я. Не понял, это сейчас что было в мою сторону? Ну ты тоже стоишь по полминуты, афкашишь или что, не знаю, или просто... Не-не-не, единственное, когда мы только убегали с босса, я яйца ходил, вытаскивал с кастрюли, а так все время бью. Кушайте рыбу. О, может спек нас сначала спекайтесь. Да? Сохранение ставишь? Сейчас чекну на фласке. Настолько все холодно у тебя в квартире. Мы на батарею складываем. Ха-ха. Чаш, будешь разбитые яйца? Отходи. А еще было бы, знаешь, что нормально, если у кого-то нету фласки, ты его читаешь, сразу до крипы попадает. Ну, типа как в армейке, накосячил один, все за него тоже отвечают. Хуйня. Не согласен. Я погоди никогда не было. Это ничего не дает, называется круговая порука, просто... Ты выращиваешь ненависть друг против друга у людей. Прикните, пожалуйста, дамаг Зейнс. Отобрали тебе это 500 ЕП, мне отобрали, ну, существенно или нет. Смотри, аж люди с гильдии стали покидать. Давай, сейчас тебе добавлю опять. Ты в топ-4. Думаю, тебе можно обратно добавить 500 ЕП. Все, танки погнали. Чужаки ворвались во внутрь. Тут 20к дает, тебе можно не вычитать, да? Кто на рейде? А вы заметили, что Войт на первом месте, хотя он танчил одного босса? Кто на рейде? Войт умирал, блять. Вернее, Войт, когда танчил пол рейда, умирал. Только. Вы что, ФКшите что ли, или подавители вообще не бьют? Линкните вот сейчас урамба подавителям. С той стороны не бьют, смотри, старт. Как жирно у вас успел за секунды. Все в жирно убили. Приоритет на заливки мобов, что ли, рассказал? Подавители на первом месте. Гайд по БДК вам, что ли, рассказал? Лучше попробовать. Гай, как устроить дискорд, расскажешь? Там или канал на ютубе, где посмотреть гайды есть. Слишком много фкшер, слакеров каких-то в рейде, мне что-то это не нравится. Есть такой канал. Вечно это уходит, не доигрывает. Ура. А чё за канал там? С нашего сервера игрок, да? Да, это я. Так что, ты знаменит, дружище. Конечно, кто мы заходить туда? Да ты не выйдешь, блядь. Нарезка вот таких вот веселых рейдов, как этот. Тотемы, пожалуйста, под носы. 1.3 каст на стадии. Упал.
Поднимайте портапаун. Полга с кильв рейта на Марку. Ну, портапаун падает. Полга, ты здесь? Здесь, я летаю. Почему ты летаешь? Почему ты летаешь? Ты видишь, как он хилит один? Может, ГП накинуть тебе? Да, это моя ошибка. Я не сказал, кто в портал заходит. Чё-то я прослакал уже. Да ты бежишь. Давайте собираться у этих ворот. Не скажешь что-то, так сразу какие-то слаки начинаются. Вроде же вы не первый день здесь играете. Кардроу априори хилит рейд, если ему специально не сказали хилить Вальку, разве не так? Я в три раза верно спросил, кто хилит Вальку, кто хилит Кулан, три раза спросил. Не было слышно. И? Посмотрел хули приз на, приз на рейде, я пошел в портал. А зачем ты пошел в портал? Ну, просто по логике нужно подумать, что тебе не надо в порталы заходить. Логическое мышление, например. Ну, АДЦ можно отхилить рейд. Без проблем. Надо, наверное, головой еще думать. Если РЛ не сказал, Эрдру, заходи с нами вместе хилить эти порталы. Наверное, не надо заходить в порталы. Касается логического мышления. Не, он просто понадеялся, что ДЦ хорош. Угу. Танки не мери. Рагард дал. Даю гимн на хп. Через 3 секунды знаете. Танки. Типа поэтому мы лапимся. Док смахнулся. Нет алгоритмов действия в разных ситуациях людей, поэтому мы лайкаемся. Просто сегодня еще втыкаю, не объясняю, не разжевываем каждое действие. Тут всем, походу, большинству все равно, он Бабабыку накинул 58 гп, он так и не подошел, не забрал это тело. Не знаю. Всем наплевать. Сейчас посмотрим, кто будет АФКшить на этом боссе на трэше, буду ЕП минусовать. Вот иду, чай налить. Минус 500. Одни. Вельможный косарик, у него много. Я яички подогрею, пока хорошо. То подмерзли немного. Тело. Никому. Пирату что, тебе не нужен грудь это? Так, у нас код опять инет, проблема. Да, 1:20 идем. Сегодня не будете АФКшить, то может успеем. Больше. Да нет, не больше. 1:25, вау. Ну так больше же. Ну это, понимаешь, из комментариев. Давай, не могу дойти.
следующий раз говори, что ты отходишь куда-то, и никто не будет тебе снимать ЕП за АФК. Так. Хант, где тряпочка? Сейчас придет. Хант не мог отправить полка. На каком месте я потрошу? В ебенях, там почти последний. Но, вообще пиздец, даже не видно. А я кого-то обогнал? Нет. Да. 10. 10 не вошел. Элиту обогнал. Как апеллиту, да? С это с учетом того, что и Тухлого не бил. Вещи раздавал, например, раздал на ребро вещи, лужи трэш убили, оставили два лука и так далее. Как капелит, а ты говоришь, что ты не вкаш. Ну, либо ты тысяч не 6 КГС. Думаешь, вроде на сроке, как я. Ну, у меня, кстати, тоже сейчас нет, я забыл сменить. Демона почти догнал. Второго ретрика, третьего ретрика. Я бегал, блядь, по КД в кладбище. Почти догнал, ну, блядь. Я тоже бегал. Так, Кризи Филакс, это кто? АДК? Тоже позор. 32 ляма, 33. Короче, вот. Типы, которые что-то дамажат, то 11 человек. 12. Остальные либо дохнут, либо афакашат. Я не знаю, чем занимаются. Кулак по охотнику дайте. Да. Так. Сейчас дам кулаки все. Просто так на каждом трэше теряется немного времени, допустим, вы заметили, когда Лана спускалась, рост КД был... Короче, рост уже от КД шелся, у нас обычно КД на рост 50 секунд. Давай посмотрим, сможет ли он, смогут ли 4 ДК кинуть Акова. Сейчас помогаем за этим. Ну так, если на каждом боссе посчитать, то это где-то минут 5-10. Спокойно. Отсюда и рейды там на фул без вайпов за 2 часа или за час 45. У нас вайп один был на свете. Монарх, вот скажи мне, когда ты это пишешь, ты понимаешь, что ты пишешь? Ты стоишь вдалеке от всего рейда, когда мы бьем дракона и просишь кулак. Есть логика в твоих словах? Я вот дал в пороге кулак, на нем есть... Как тебе дадут кулак, если рейд в другом месте? Тотема снизу уберите. Убирайте тотема. Крепко, боги обновились от капелита. Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Мамонт, сумани. Мамонт, стой! Мамонт, стой! Стою. Спасибо. Че стоишь? Пожалуйста. Все. Капеллита, раз, два кресты. Минуту бафаемся, потом начинаем.
Поставить пока шкаф. По-моему, первый рейд у меня рогами, да? Что? Первый рейд, когда у нас три роги сразу. Нет, был как-то рейд, было тоже три роги, по-моему, Джерриан, Вуди и Поклон. Типа они мерились, да? Не, просто что-то так пошли. Что бы Войда туда по товару? Не, по-моему, не Поклон, там Носок, по-моему, был. Может, Носок? В смысле, мне жалко, кастанно. Резко дорога умирает, блядь. Обоссывается, не хейт. Ну, опять Тирона. Ну, маг, да, гранч. Это я так говорю, потому что у меня еще маг будет. Маг отключаю, маг будет тот раз. Все, все подтвердили готовность, пошли. Глазку полени еще надо. Олег, ну тебе кулака нет, почему? Я респект сделал. Поехали, Олег. Сейчас будем отбегать. Беги, малышка, беги! Бежим. Так, как помогла Войду. Я отдал Сакру, например. Метки. Нам не метка, смотрим сами. Эдки, не перестаньте бить, как кто бьет, сейчас по центру сломается. ГЦ, сова, звезды отдала. Право. Бога, подымай, Реневала, наркотик. Даже не знаю. Не, никого не поднимай, падай. Разворачивай, наверное. Я знаешь, что я придумал? Давай попробуем бить его с балкона с той стороны. X5. Знаешь, почему они там бьют? Они там бьют только исходя из соображений, что проще прятаться за метками. Что бомбы не летят за спину рейдов. Вот и все. Ты знаешь, в чем прикол бить на балконе? Пока она взлетает с центра, ты ее дольше можешь бить. Она уже вылетела за балкон, а ты ее еще бьешь. Это тоже, да. Так, смотрите. Есть вариант, конечно, всем накинуть ГП, кто бил глыбы. Но тут без понятия, кто виноват. Поэтому
следующем трае, если опять такое же будет, я кидаю всем ГП. Че всем? Всем. Сами можешь докинуть. Там же сказал этот приказ, что там сама какая звездопад дала, когда он глыбу мало был. Так. Я с самого начала звездопад дал, а не в конце. Чем ты его вообще дал, когда надо на пол хп подбить глыбы и потом в конце надаешь? А там звезды тикали, когда еще, ну, после уже глыбы разбились. Эти слона. Дотать глыбы. Ну, анимация видна? Надо было дотать глыбы. Чего? Я знаю, звездопад вообще в самом конце дает, чтобы добить быстро. А не в начале, блядь. Там доты добили. Там добили доты, блядь. Чтобы доты добивали. Все глыбы бездомные, если что, прямым уроном. Винканите урон по глыбам. Что это тебе даст? Может, это ты добивал, может, это человек с 50к добил эту глыбу специально. Там все глыбы были на 5%. Чек. Лапу пройду. Инту. Так, сегодня дозили готовность. Сейчас отопим ману. Прото, дайте по магам. Арт. Спасибо. Можно начинать. Че у нас рога? Пятый пати, кинь сюда хрента штуку. Еще кого-то. Вот туда там в пользу будет. У меня посуда. Унесут ваши души. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия. Сейчас протопал даст первый сак. На это идет. Пятяшка. Метки вперед. На 250к объем без дот. Переднюю по центру тоже сливаем. Правее падает. Левее падает. 120к в метки. Прекращаем бить метки. До сих пор бьют. Клот опять стаков печати, смотрю. Сливаем метку теперь. Бежали. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Thank you.
если у тебя опять пет не бьет. Бьет. Бьет, там баф. Рейд стоит, алло. Триси. Что? Бойся со своим вопросом. Аж выбежал, что ты паникуешь? Ком сейчас была метка? Или это мне показалось? Я скинул. Никогда так не скидывай. Вот какая-то мания это делать. Метка 65 кхп. Эти деревья у нее гораздо больше. Оставалось 65 кхп. Никто не прятался. Специально далеко отошел. Фаза пошла. Следим за метками. Метку под босса. Сили под босса. Милики отошли. Убиваем глыбу. Пожалуйста, шаманы, хильте. Монарх под босс Милики отошли. По два стака можно набрать. Метку не сливать, притяжка. Беги, малышка, беги. Каплю тебе дал. Рост. Под босса. Да, под босса. Под босса. Чё ты дрочишься? Фраза, все метки под босса с пула в трой фазы. Непонятно, да? Давай сейчас под босса выйдет. Постоял слева, туда-сюда подергал и замолзился. Следующую сторону выносим. Сторону выноси. Пилы без освобожденки. РДД, играйте в метку, мелики, боссы. Два танка почему-то стоят под боссом, ловят и... Потому что один Иисус мой, сори. Гимн надо, гимн. Ну, хлопает, алё. Гимн. Даю. Внимательно под босса. Не сдохните, поднимите. Под босса неси метку. Чё-то я втыкаю. Это так хлопнули, да? Не. Не, ну рейд просил жестко. Да, потому что стаков много было. По 5, по 6 стаков было. Невозможно, не может быть. 4 максимум должно быть. Значит, неправильно скидывали стаки, должны стоять под меткой. А, посмотри, он баба был 772 тысячи. Это урон по союзникам. Это я дома написал. У меня показалось лям у него. У меня тоже лям 200 почти. Давай тогда ГП получает. 772к, у меня 81. 85, столба 103. Спросите, может он тактику не знает? Если знает, то ГП наверное. Если 118 тысяч. Не 118 тысяч, а лям 182 тысячи. Ебать, это вообще. Дайте какой. Горите. Эти рекорды. Ебать. Заведите табличку рекорда. Антирекорда. Урон по своим лям, ебать. Урон по трэшу тоже ничего, табличка будет. Да, кстати. Отлично, все, я смотрю. У тебя самая смешная фаза.
ЦЛК, это лич. Обидно, что вот таким вот шмотки уходят. Вот это обидно. Так а что, он ничего не сравнит. Про кого вообще? По-моему, он плащ забрал топовый. Да, забрал, забрал. Кого забрал? Плащ РДДшный, бисовый, ну прибис. Который никто не ролил. Вещи здесь никому уже не нужны, года 2-3. Ну, я бы его поролил, но я поэкономил, типа ЕП. Он мне нужен, например. Надо было ролить, нахуй экономить. Лава Бэк, это ВРК? Почему ты схлопнул в рейде? Да не, я по валькам, по гневным духам больше даю. Не хочу лечебить. Не, ну я могу, конечно, на переходке постоять, побить и обогнать. Давай, давай наконечный тогда. Не знаю. Ты понимаешь? Следующий раз тут мозги закупаем. Хлопай на второй фазе освобожденной магии. Надоело. Надоели уже своими слаками. Ты пытался сначала 300, 300, а потом еще 500? Сейчас, я не знаю, что-то вы меня разозлили. Скоро будут кикс-гильдии, наверное. Давайте по тактике. Лень, станешь кружок, монарх, ромбик, сели трусы. Чему диспелит меншун? Так, чек на пол. Дайте фулл бафы по протопаладина. Баба Бэк, услышал, если в следующий раз пойдешь на синдром, что будет? Не делай так больше. Катапульта готов? Да. Престобав. Престобав, крест помогу, сейчас я кулаки раздам. Мы успеваем еще на доп. ЕП? Да, 10 минут еще. Один трой. Давайте один трай, где доп. ЕП. Мы убьем. 18 минут же осталось до 2 часов. 15. Ну, лича пить где-то 15-14. Пройдет 15-17 минут. Более быструю, чем ты заслуживаешь. Ардуино, ты знаешь, что надо прожиматься при жнице? Да. Пиво, ты знаешь, что надо встать в мили-зону при пуле? Чтобы кинулась ловушка, потом выходит шаркающий. Это не мили-зона. А вот мили-зона там, дальше. Я еще не понял, что у вас за ретаунты были на Синдре. Это тоже без команды. Макс сорвал в конце, я не знаю, как и... Я видел после раунда все равно на Мака пошли. По КД почти в рейд. Сальву, наверное, кинули на Мака, потом сорвал. Блин, я забыл, что я в мили-зоне. Талии в квадратик. Милики в квадрате. Столб диспелит, если что, он сказал. Так, милики отбежали в квадрат. Стоим, ждем лича. Ромби, Джерриан. Катапульта, чума. Милики, ловушка в квадрат, бегаем. Сальви в квадратик. Пожалуйста, скажите, когда будет 73%. Милики, ловушка, перебежали. Наверное, ДПС будет мало, потому что мили-зона ловушки. Так, смарт-фью чума. РДД ловушка, милики, стоим. Второй шарк еще вылазит. Сколько процентов надо? Протопал ловушку, проводи. Милики, двигаемся, РД, двигаемся, чума сейчас будет. Сколько процентов? 79. Инспиратус, блин. Тогда стоим. Помолимся, чтобы на РДД ловушка была.
Так, квадрате стоим, РД ловушка, милики стоим. Каш, кстати, каплики, ничего. 75. После ловушки снег. Сейчас капли. Сейчас я прожмусь. Дал каплю. Проводи дальше. Проводи дальше, трэш, смарт-кью. Силе выноси чуму. Все, все на край идем. Даю мастер аут. Гимноману. Папироса, давай гимноману. Ставьте тотемы. Так, посмотрим по инерам. Наркотик, заливай инер пистоли. Первого. Забыл про напул сказать. Джейн, ты кого напуливаешь? Ты верно. Сейчас фул. Первого напулил. Рога. Что с Верой? Сфера рядом, ребят. Бабабык, я один не успеваю. Бабабык, папироса, не будет по урона по сферам. Убиваем лича, получаете ГП. То же самое, мелкие духи в комнате. Вайп, вайп, посмотрю, накину ГП. Начинаем играть на рейд. Называется. Сейчас прилетело две сферы в мили-зон. 5 метров от нее. Две сферы летело. Плохо. Опять сфера. Три шатка. Ант. Так, идем все в центр. Звездочку. Смотрим вальки. Так, первая валька, хилика, вторая Джулиан, третья пистола. Играйте через кружок, застаньте вальки. Так, дал миф небес. Сквернение 3 секунды. С центра всем выйти, под вальками не стоять. Меншон, выходи на рейндж. Трусы надо 500 тысяч отдать. Введи в центр. Звездочку встали. На осквернение смарт-кью дашь сакру. Надо мастера аура. Первая валька, и с осквернением выходим либо прямо, либо в сторону вправо. Смотрим вальки. Вышли. Монарх осквернение. Молодец. Вера. Давайте рост. Молодец, я не ожидал. Красава. Кошем снял. Ничего, какой-то скин ваниш. Плюс в карму. Выходим с центра, будет осквернение, потом лужа. Ой, блин, лужа, валька будет потом. Осквернение 3 секунды. Осквернение на бейбеке. Пошли в звездочку. Встали в звездочку. Сколько процентов у лича? 49. Так, хилика, фога, аирдроп, папироса, баши. Поиграйте через кружок. Тромбик, трусы, осквернение 2 секунды, с центра всем выйти, на дистанцию вышли. Осквернение возле Ардуина. Трусы надо добить. 200 тысяч. Сколько процентов? 46. 46. Спасибо. Так, еще одни вальки будут, значит. Становимся звездочку. Классно, когда три роги в рейда. Станет еще. Валик сливаем, потом... 43. 43 уже? 42. Да. 41. Веди потихоньку в звезде. Сейчас точечно дам станы. Все в лича играем и идем на край. 40. Все. Интересно, быстро. Или гимноману. Давай гимноману. Че Меншон? Медленно, да? Буга, подымай Меншона. Пожалуйста, инеры по Меншону. Бафы. Каску, крест, лапу, интеллект. Не могу найти того духа. Там сферки, бейте, рейд падает.
Гимнант, Хилл, Меншон, наркотик, подымай Войда, Квазар, СС на Ардуино. Ну это ГП, присты. Кто там не бил сферы, это ГП будет. Фулл баф по Вару. БРов больше нет, падать нельзя. Каску, пожалуйста, товар. Каску дали уже. Кружочек бьем. Металл, сало. Все, уходим с воздушки теперь. Дай чашку. Али, каску и кулак. Стоп, дай чашку. Я когда. Мне тоже. Ну я тоже хилю кого-то там. Пробежали сюда, бомба рядом. Залезь, пожалуйста. Джейн, ты что, в вальках летал? Я тебе возложение дал. Помогло немного. Так, РДД, играйте. Духа, милики, босса. Так, дал тебе каплю на жнец. Я поставил нас пользу. На КД все гимны, кажется. Меншон бой, если нет КД. Осквернение 3 секунды. Или зона, внимательно. Монарх, осквернение, отбежали от него. Бежали. Не пробкнуло сейчас. Он прожал, конечно, там не всегда пробкнут. Бывает. Лучше все равно выходить. Ну что, бежать подальше. Все верно. Ушли, ничего, духи спускаются. Бай-бай каплю на БДК. Жнец был. Отходим от лича, от духа подходим, духи спускаются, осквернение скоро. 2-1 осквернение папироса. Чуть-чуть отойди, лича от духов и все. Хватит. Елочку. Сакур, давай, что-то я затупил немного. КД. Повезло. Наглядный пример уровня 3 ШП. 407, 152, 100К. Это повезло.
Так. Подойди чуть-чуть, лечай, можно добивать. Нет. Ну, вот в одной вальке я еще сдохну. Не летал. Я тебе на будущее скажу. Танк. Слэш С. Гневный дух. Темная власть на следующей строчке. Не надо ничего искать там. Нажимаешь эту кнопку и дух из миллионов рудалаков толпы брать. На тебя пойдет только дух. А, понимаешь, там уже еще старый был дух, и не факт, что по новому духу прописался бы таргет. Так есть такая кнопка волшебная, знаешь, как называется? Тап называется. Это переключение. У меня тап забилжен совсем по-другому, я не пользуюсь, сори. Ну так, блядь, ты не пользуешься, а я сдохну за то, что ты не пользуешься. Как я и рассчитывал. Ты бесполезный класс все равно, Кэрэй. Конечно. Просто везет, когда они большие, или когда в РДД, а там среди миликов больших маленький дух какой-то бегал, я не мог найти. Ну не знаю, это хуево очень. Ты не должен не мочь что-то, ты должен мочь. Ты нажимаешь Ctrl-V, у тебя показаны эти... Как они? Рамки, короче. ХП над портретами. Вот, и когда ты, если ты камеру сделаешь... Ну, вниз ее, короче, подвинешь так, чтобы смотреть с пола наверх, грубо говоря, то у тебя дух, у него будут вот эти имена сильно выше, чем у всего рейда. Его легко забрать. Мне по душе. Ну, что всегда, в следующий раз время просто включу на переходке. Уверен, на 11 месте. Скиньте. Дай мне силу разбить эти... Мне кажется, я просто начал играть как половина рейда. Так что... Ой. Ну, он говорит обычно, я говорю, на 6 месте. Смурткил там был тоже на 11. Говорит, хуёво, говорит, играешь в самый 11 здесь. Джерин, ты чё, в вальках летел или чё? Твоя ненависть не заберёт больше ни одной жизни! Чё за... Наконец, я свободен. Всё кончено, сын мой. Кристалл Нал чуть нахилил совсем. Он же умер. Mm. На переходке. Баба Мэг. 277к вальки. Не ухватали вальки? Олег, будет еще что-то, какой-то рейд после этого, чтобы знать? Какой? Да, я надеюсь. Какой-то будет. А какой поздно? Баба Бык это вообще, блядь, не знаю. Мучик поставил там минус, Баба Бык. Хотя тут еще был, кто-то ставил минус тебе. Не знаю, исправляйся, как был. Бля, ну что это за фигня? Два Криса. Воу-воу-воу. Два Криса. Роки, вот вам два Криса. Лучше бы мы вакинулись, блядь, серьезно. Джерри, два Криса падают. Вижу, что два